Ольга Юнушкина еле сдерживает эмоции, вспоминая, как восприняла новость о том, что столицей Олимпиады 2014 года станет город Сочи. Мы ждали всю ночь с моей мамой, и и когда объявили, что это будет Россия, это будет город Сочи, мы с ней закричали на весь дом, даже не на всю квартиру. Мы с ней заплакали, обнялись, и я ей сказала: мам, ты просто обязана дожить до Сочи 2014, потому что мы так долго с тобой этого ждали, и мы так очень вместе радовались. Следующее событие, связанное с Олимпиадой, у Ольги Петровны уже личное. Она стала лауреатом второго всероссийского конкурса «Учитель Сочи-2014». Мне понравилась номинация «Виртуальное путешествие по странам-участницам Олимпийских игр». И еще у меня уже была практически разработана программа, которую мы начали реализовать в лицее с 2010-2011 учебного года, как раз направленная на изучение истории олимпийского движения. И я доработала эту программу и отправила на конкурс «Учитель Сочи-2014». У учителя математики 218-й школы Татьяны Зуевой никаких заготовок и наработок на тему олимпийского движения не было. Конкурсную работу она делала с чистого листа. Работа моя была тоже отнесена к номинации «Путешествие по странам олимпийского движения», но я рассматривала, откуда взялись зимние виды спорта. То есть у меня был классный час, не программа, а классный час. На разработку классного часа ушло около 3 дней. Татьяна Алексеевна призналась, что трудиться в таком режиме было непривычно. Для нее «Учитель Сочи-2014» стал первым конкурсом профессионального мастерства за время работы в школе. Поэтому результат приятно удивил. Я рассчитывала, что я просто пройду первый тур, на второй я не перейду. А когда мне прислали уведомление о том, что моя работа прошла во второй тур, то я была очень интригована, скажем так, шокирована тем, что это все-таки второй тур из 78 регионов участниц. Из 3500 работ моя работа тоже стала и вошла во второй тур. Это было очень для меня приятно. Коллеги до последнего не знали, что я стала лауреатом. Мне прислали уведомление о том, что я стала лауреатом в ноябре. Но так как в Министерство образования сразу это уведомление не пришло, поэтому я не говорила. А затем завуч просто сама позвонила и сказала: почему так скромно молчишь, когда ты стала лауреатом, нужно ехать. Свои работы на конкурс в Департамент образования Оргкомитета Сочи 2014 прислали 3500 педагогов из России и других стран. Из всего многообразия образовательных программ выбрали лишь 15 самых достойных. Среди них проекты двух зареченских педагогов. В декабре 2011 года всех лауреатов конкурса «Учитель Сочи-2014» пригласили в столицу будущих Олимпийских игр. Один день был свободный у нас, в день приезда 22 числа, и мы с удовольствием погуляли по городу Сочи. Была прекрасная погода, 20 градусов тепла, и мы погуляли, побродили, походили около моря. А на следующий день была уже встреча всех участников этого олимпийского тура. Учителя из Заречного побывали на строящихся олимпийских объектах. Своими глазами увидели, как ведется подготовка к грандиозному для всей страны, да и мира событию. 6 стадионов специально построены на берегу, строятся на берегу моря. Причем поразило то, что 4 из них будут разобраны и перевезены в другие регионы России. То есть они не останутся невостребованными, а они будут приобщать к спорту уже в других регионах по этим направлениям. Сочинцы очень с трепетом относятся к Олимпиаде и не ропщут, не плачут, не стонут, а ждут этой Олимпиады, потому что эта Олимпиада принесла им дополнительные рабочие места, дополнительные заработки, дополнительные инфраструктуры. Например, в Сочи сейчас уже работает, построен и действует открыт Олимпийский университет, где готовят менеджеров олимпийского движения. В Заречный учителя Сочи-2014 вернулись с огромным багажом положительных эмоций, новых идей и планов для образовательных программ и работ на другие конкурсы профессионального мастерства. Светлана Демина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».